trainer activated. Cheat activated. Deactivated. Trainer activated. Cheat activated.
Deactivated.
Нужно действовать осторожно. Ради такой суммы я почти готов тебя убить.
Весна витает в воздухе. Напоминает о Спарте. Похоже, лазучик Стэнфорд, и у него неприятность. В этом. Гнусные трусы. Когда они будут мертвы, Стэнфорд поймет, что я достоин. Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Я мастер своего дела. И друг. И что это значит? Будь я замешан, я бы попытался замести следы. Ха-ха-ха. Верно. Тот, кто это сделал, дурак и наглец. Бросит тела и повозки у всех на виду. Или это предупреждение? Меня прислал Стентер. Я хочу предложить свою помощь. И от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинян такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили, всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афини не постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афиняне вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Вот они.
Давай, где-то рядом готовят еду. Вперед! Можно принять участие в вашем собрании? Что? Что ты? Прошу, уходи! Вы не похожи на убийц. Спартанцы ошиблись? Что? Нет, нет, ты не понимаешь! Что тут понимать? Все предельно ясно. Прошу, позволь мне все объяснить. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Более же... О, боги, нет! Так же, как вы пощадили спартанск... Я... Мы... Кирканос? Да, он наемник. Он сказал... Объяснитесь. Нет, мы не крали. И вы решили убить воров? Убить? Мисти сказал нам, где найти еду. Солдаты уже бы... Хватит! Время споров прошло. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами... Да, Мистий. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну! Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Фобос, вперед! Надеешься
Получишь свободу и деньги, если пойдешь со мной, конечно. Иди со мной и забудь о прошлом. Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мигарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от афинин. Голодные мигарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышал о наемнике по имени Гирканос. Гирканос? Да, ходят слухи, что он работает на Афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справился, но для защитника Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Гирканос как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Иногда наемник может быть полег...
Это лагерь Гиркануса. Взгляну, пожалуй. Я тебя сейчас так свистну! Перестань, или пожалеешь. Достойно. Мне стоит чаще охотиться на наемников. Давай. Элла,
Элла. Наемник Гирканос мертв. Спарта благодарит тебя. А что насчет награды? Мы не заключали контракт. Это было твое решение. Но поверь, Спарта этого не забудет. Ну да.